Я вас умоляю, на нас со Шкимом. Это что? Мы нас везут на море. Вот такой сервис. Мы так еще не сидели со Шкимом и Лешкой. Ой, как лучше. Кукуёк шашлык. Это кукуёк. Посмотрите. С той стороны легенда. Кто-то идет пешком, но мы решили поехать. Смотрите, как красиво. Корендор хотел. Корендор. Без корендора немножко. Да без. Эти женщины очень много с татуировками, татуашки, качепты. Так. Да, сырая не очень. Сырая не очень. А? Ай. За напитками какая очередь. Урадан лязем гельмек. Видите, как здесь сделано. Здесь вот расположено, а тут идите, кушайте, пейте. Пляж специальный для нашего отеля. Дико. Уросы. И зима. Очень много людей, кстати, здесь. Я подумала, сначала никого нету. Смотрите, как много людей. Ой, где такая халюсия, мама? Водичка. Куда мы сядем-то сможем? Не приняли решение. Ашкин бизнес-рея. Короче, мы пошли купаться. Вот такой у нас ужин с мужем. Такое все сладкое, аж попа склеилась. Простите меня за мой французский. Все понабрала, глаза голодные. А Ашкин осилил все, а я не хочу. Там с детками сидят. Меня почему-то в последнее время плохой блогер получается. Посмотрите, какую тарелку я себе набрала. Вроде бы думала, что чуть-чуть макароны захотела сейчас с сыром, с соусом. Вот эти морские продукты. И все овощи. Вот бурак взяла. И одну какую-то диетическую котлету. Ашкаму кофте, салат такой, все. Пиво будем пить. Проголодались мы. Как же мы хорошо проводим время. Знаете, чуть-чуть похолодало. Прям так прохладненько. Но нас это не пугает. Мы такие сытенькие. Ой, самолет летит, смотрите. Что могу сказать об этом отеле? Отель 5 звезд, все включено. Но комнаты маленькие, но они такие. Сначала на первый раз меня это спугнуло. Когда мы зашли туда, настолько они маленькие были. Когда мы вещи разложили по шкафам, все привели в порядок. Маленькая, миниатюрная, но чистенько. Все есть внутри. Питание обалденное.
территория красивая. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь девятиэтажных зданий. Столько людей, просто переполнено. Мы еще со шлемом в таком большом не были в обществе. Столько иностранцев с Германии, с Америки видно. Но я не знаю, откуда они на английском разговаривают, на немецком и на других языках. По-моему, из Афганистана, из Пакистана тоже есть. Но из плюсов пляж, классный, море, еда. Из минусов не знаю. Но я-то приехала на встречу, еще мы нам здесь 2 дня, и я, наверное, я привыкла не отдыхать, а работать, да? Немножко, но устала отдыхать сегодня целый день. Спала, пила. Ну, это невозможно просто. Вот, я не знаю, все столько едят, и мы едим. Потом еле дышим. Это ни к чему хорошему не приведет, потому что я не могла расстегнуть свой комбинезон сверху, дышать не могу. Ну, развлекательные программы какие-то есть, полотенца дают, сервис есть, море, напитков, что хочешь пей. Но напитки, знаете, какие? Малоалкогольные коктейли, поэтому нормально. Пивом не обопьешься, вот смотрите, сколько пива. Пиво. Пиво в основном днем приносят и напитки, коктейли в пластмассовых стаканах. Это хорошо все-таки. А вот вечером сейчас принесли пиво у нас в стеклянных. Программа какая-то развлекательная. Очень много ресторанов, кафе. Мы сейчас с мужем хотим... После ужина хотим прогуляться, потому что это невозможно дышать. Вот такая не информация. Еще хамам здесь есть, может, завтра сходим. Много чего интересного. Ой, тут свечка натуральная. Оказывается, свечка настоящая. Вы понимаете? Какая интересная. Всем доброе утро. Мы пошли на завтрак. Уже полдень. Мы решили выспаться в воскресенье. Сейчас открывается это. Сейчас начало 12. Пойдем в другое место посмотрим. Он на рыбе шеер бошки вот один на баква костер. Он и нерды его, алды. Паста его. А ир паста дыр, пататейси черри. А? Он надо считать, что мало вообще. Здесь невозможно остаться голодным, здесь что-то есть. Мы обязательно что-то найдем. У всех главные места забронированы с утра. Все занято, Ашким. Ерьёх города. Все позанимали, все. Как будто у себя дом, ёлки-палки. Я так выгляжу сегодня в юбочке белой. Вот начало шме. Города до Бершею. Города затем еще. Не я поджаз. Сегодня у нас такая еда с мужем. Сейчас я пойду покажу вам. Что мой муж ждет.
Ну вот, такой сегодня в стол вкусный. Ждут все канатики. Очередь. Я всех жду. Мне нравится это кафе. Так прохладненько, так классно здесь. Приятного мне аппетита. Мне очень понравилась рыба. Я ее почти доела. Без костей. Очень вкусно, друзья мои. Как же здесь вкусно кормят. Если честно, я даже на море не хочу идти. Я не знаю, как мы будем время проводить. Будем сидеть где-нибудь. И на море нет настроения идти. Ну, бассейн это точно, потому что люди с номеров выходят, идут босиком и потом в бассейне. Антисанитария. Рыба вкусная. Ой, аж ко мне все канатики. Раздала мать. Не, да? Сразу. Şey yaptım. Şimdi ilk etapta böyle aldım. Sonra istersen beni alırım. Aşkım çok lezzetli balık. Izgara da güzel olur balık. Nasıl? Balık lezzetli balık. Nasıl? Lezzetli mi? Ha? Afiyet olsun aşkım. Мы так любим в этом баре выпить кофе по-турецки. Посмотрите, как красиво здесь. Там есть тоже пирожные. Можно посмотреть. Хотите, посмотрим вместе с вами и выпить кофе по-турецки. Обалдеть. То есть вы здесь можете выбрать, что пожелает ваша душа. Кстати, я ни разу вот это пирожное не ела. Кексики, вы видите? Эклерчики, меклерчики с клубничкой, не мугличка. Что хотите есть? Все нужно выбрать по желанию. Мы с мужем такие красивые, привели себе порядок. Я сделала такую причесочку, надушились и идем гулять. Гулять надо. Чаршия? Чаршия не знаю. Шинды алмазмы? Бурда не магазин. Тысячу звонка. Сейчас идем с Ашкыма. Посмотрите сзади нас, какие гостиницы. Посмотрите впереди, какая гостиница «Дельфин Империал». А также на той стороне наш отель. 7 9-этажных зданий. Территория огромнейшая, очень много людей. Вы понимаете, весь бассейн, все занято. Вот. Представляю, как здесь. Вот такая территория пустая. Божь, города. Вот такая красота, друзья мои. Такое счастье. Я сказала Ашкам, давай пройдемся, походим, потому что у нас нет совсем движения. И хочется походить. Калории немножко сжечь. И такая погода замечательная. Как моя причесочка. Вот это центр. Вчера мы вечером вышли на улицы. Корчаги рекёк мы города. Ну, Бутаравта Корчаги сейчас. Мы вчера вышли сюда с Ашкимом. Знаете, что мы увидели? Он хотел сигареты. У него закончились. Думал, купим. Рядом с отелем сигареты. 150 лир. Обалдеть. И мы пришли сюда. Здесь сигареты по 80 было. И то дорого. Очень воняет канализация. Посмотрите, какой отель. А! Выстыдим, Кёрмик. Какой красивый отель. Империал. Какая красота. Дурашки, гостеричем на модели ревизии. Так и бджи. Вот, вечером вообще здесь вид такой офигенный, друзья. Офигенный. Но это, скорее всего, частные дома. Мы хотим сходить в Мигрос. Я хочу купить дубайский шоколад. Для кыргызян. Ха-ха, Ашким говорит, стой. Давайте сначала сверху оценим. Тони. О, поделка какая.
Ну вот здесь покупать просто нужно быть бестолковым. Это есть места, где можно купить оригинал. Оригиналы вообще будут дофига и больше стоить. Это все для туристов, подделка. Угу, тапочки Хлои. Да. Поняли? Ну, поняли или нет? Луис Виттон. Хочу Луис Виттон кошелек. Очень хочу. Для моих миллионов. Никогда джуздан Луис Виттон. Никогда будет джуздан Луис Виттон. Докус не? Докус юз тысячу. Блин, как ты мне? 900 лир. У нас легче бы. Гордонуса. Афиг. Байл Дымбак. Валентина. Были чанты. Чанты все, да? Новенсис. Ашкин, бен чанта хангистерум. Санала таджам. Бубу ли истимиорум. Санала таджам. Марина себе. Куда? Майка Кофа. Пашкин, буду дуру лиль. Видите? А, Кристиан Дюбак. Бу истером мисали. А, были чанта истером. Ёлч... А, кемерли бу истером. Никогда же. Были чанты с тюнками. Боже, ну какая красотища! Султан Базар! Вы знаете, мы сейчас ищем Мониграм. Я должна деньги получить. Я не получила мерси. Ни почему, потому что система Мониграм была закрыта в Турции. А? Ашкин Вестер Юнион. Пердунуса. Замечательно. Здесь что-нибудь найдем сейчас. И мы решили прогуляться, но все-таки на одном месте это сложно. Куда я сын да? Выставил, ну? А, надо бакары со шкетом. На одном месте сидеть и кушать, ну все в евро. Обалдеть. Евро, евро. Нет, сумки там посмотрели, 1600. 1600 было. Ашкин, бин алтыюз нормал был, фиат вары. Бен сурдум. Мама... Gerçek değil ama normal ne?